говоришь, я не ушел на второй план? Вот ты когда меня последний раз в руки брала? Я тебя не умещу. Мухтар, ты нормально живешь? Я до тебя тоже вообще нормально жил. Смотри на него, отвернулся от меня. Чисто с конкурентами не общается. Мухтар, ты что такой, а? Сладкий. Мухтар все любит, чтобы было в порядке. Берем из его тазика игрушку. Кидаем. Ему беспорядок не нравится. Он на место все кладет. Молодец, Мухтар. Чисто плотный. Так, теперь проверим на этой веревке. Беспорядок, Мухтар. Что мы должны сделать правильно? Все на место должно лежать. Опа, ничего, не получилось забраться, да? На камеру. На камеру блатануть хотел, запрыгнул и не получилось. То есть, если раньше стоял вопрос, брать с собой Леру или нет, то теперь вопрос стоит, брать с собой Мухтара или нет. Он теперь тоже как неотъемлемая часть моего путешествия на работу.